Здравствуйте. Представляем котел с мешалкой на 250 литров. Кран слива ДУ 50. Крышка разбирается на две половинки. Так, котел у нас пароводяной. То есть включаем сетевую кнопку. 4 блока по 5 киловатт. То есть 5 киловатт, 10 киловатт, 15, 20. То есть можно выборочно отключать. Мешалка работает. Включаем кнопку. Либо в одну сторону, либо в другую, переключаем, либо в другую. Здесь у нас стоит грубая безопасность, вакуумный клапан. Значит, сюда воду заливаем, воронку, пока не пойдет с нижнего крана. Отсюда сюда подаем для охлаждения либо нагрева, сюда у нас выходит. Ну, все, котел готов к работе.